Продолжаем. Продолжаем. Тимофей, как после ОФП ручки смогут играть? Ну, смогут. Парни. Я еще в любых условиях стараться играть, так что это полезно. Ну, это правильно. Голова работала. Так, у нас следующая музыкальная пауза. Нам сейчас Тимофей опять поможет эмоционально зарядиться на дальнейшую работу. Отлично. Ничего страшного. Так, ребята, у нас второй сюрприз. Значит, сегодня к нам пришел Алексей Попрединский. Он занимается, очень много лет занимается единоборствами, в хорошем смысле восточными. И он дальневосточными, да. И он покажет сегодня буквально 2-3 упражнения из так называемого цигуна. Да. Да, тайцзи, дзюань, да? Да. Так, ну, наверное, тоже туда, как на... Так, встали так, чтобы удобно было. Алексей покажет 2-3 упражнения, поделится. А вы попробуйте на себе это испытать. Так, чтобы удобно. Как лучше встать? Кругом, полукругом? Поставьте, как вам удобно, где вы привыкли. Или по-по-по, меня было слышно и видно. Мы с Андреем уже не один десяток вместе работали. Хотел бы сказать, что занятие цигуном, я не такой большой великий мастер после таких мастеров. И после скрипки я просто поклоняюсь перед их мастерством. То, чему меня судьба привела, всех свои таланты, возможности, способности. Поэтому, вот, как правило, гимнасты, они 1,70 м и легкие. И поэтому вот, со своим телом больше что-то делать. Я искал всю жизнь после своих там массы травм, 4 клинических смертей, чем я мог бы заниматься, что я мог бы делать в 70 лет. Ну, не против спецназа, прямо с Андреем, международные инструкторы по блиндажной работе. И я уже 7-й десяток, мне искал, что я могу, как вот хотя бы на уличной драке, как частный момент сохранения здоровья, вот, дай бог, чтобы этого никогда не было, но на границе жизни и смерти проверяется правильность движения. То есть красиво стреляет красивый автомат. Если там происходит отбор именно самых правильных движений, которые и заложены в тайчи, как такой тоже боевая йога, я бы ее назвал, которой можно заниматься в 1 м². И если человек не занимался боевыми искусствами, ему очень трудно, это будет выслушающая аэробика, не будет до конца им понято правильное движение. Но есть одно самое, я считаю, великое упражнение, и как все гениальное, оно очень простое, но очень трудно быть простым, как говорится, очень просто на скрипке вроде бы играть, да? То, что вы показывали сегодня. Это упражнение называется «Джон Джоан». В переводе «большое дерево», или иногда его переводят «стояние столбом». Я считаю, это не этично по отношению к жизни, потому что дерево, я считаю, это именно тот образ и жизни, как дерево себя отдает, растет и безропотно принимает все тяготы и лишения нашей не только службы и действительности, и воплощение времени, связь прошлого, настоящего, будущего, переход, смена, как инь-ян, одна из, считаю, уникальных моделей мира, объяснения буквально всего.
большое дерево тайчи – это великий предел, где человек, так переводится, я так понимаю, между вот земля – это мать, это отец условно, и вот выравнивание позвоночника с теми же дыханиями, что говорил замечательный инструктор по йоге, переход в иньян – это на ширине плеч. Вообще, как вот и в бою, как правило, вот все на ширине плеч, локти в зоне плеч, вот такого середины по линии атаки идет. Вход, успокоение идет мысли, безусловно. Прогонка энергии через позвоночник сзади, у нас энергия, как инструктор более подробно, кто знает, есть по серединному меридиану. Здесь у нас энергия поднимается. Почему автоматически мы, в принципе, делаем эти вот, просто помогаем прокачать эту энергию на подсознание. Вообще многое в нас заложено природой, как у любых животных. И на Руси, я считаю, всегда это было как превентивная медицина. Она называлась, в Китае она сохранилась, в других восточных странах. Система у нас немножко развалилась, но осталась, в частности, я считаю, на севере, в каких-то деревнях мастера. Если бы не было этого мастерства, не было бы такой большой империи. И, например, автоматически человек, когда ударяется, он там начинает руку прикладывать, потер, прошел, голова заболела, он за голову взялся, потом прошел. Здесь у нас левая рука принимает, в мужском начале правая отдает, поэтому правая рука здоровались, больше даем. У женщин наоборот это принимает, левый ответ, поэтому женщины не сами только подают руку, рукой не обязаны здороваться. Но когда мы прикладываем еще бестолковку к этим упражнениям, то эффект усиливается, когда мы понимаем, что мы делаем. Когда вот, и вообще цигун — это работа как и внешняя, как и жесткий танк, так и внутренняя. Гун. Работа. Я вообще такой акцент, надеюсь, что не затрачу ваше время. 95. Большинство людей делают внешнюю зарядку, мышечную, суставную, а на 95% людей умирают от чего? Чтоб я только монолог не говорил. От заболеваний внутренних органов, в принципе, можно сказать. И поэтому там большая работа идет. Человек должен представлять себя как сложнее, чем любой там космический грузовой корабль, организм, и понимать, где какие органы находятся, какие они функции выполняют, к каким системам относятся, и также противоположного пола. Более, у меня трое детей, дочка и два сына. Кстати, сын средний чемпион России и Европы по фитнесу. Невестка двукратный чемпион мира по фитнесу. Может быть, я дома. Сейчас она мою фамилию взяла, сына Мария. Она была Алексеева, сказала, что я знаю. Как я знаю? Главный тренер. Не знаешь, я слышал. Как фамилия? Сейчас Алексеев по-бретински, а была Алексеева. Санкт-Петербург, город тесен. Мир тесен, город маленький. И работа с внутренним органом – это обязательно представление. Для этого надо быть немножко художником, скульптором. Обязательно здесь вот только вот, если работая с параллельными науками и искусствами. У меня ученики покупают мольберт, которые заставляют музыкой заниматься, обязательно литературой. Работа с внутренними органами идет на уровне цвета, звука, воображения. Но вот возвращусь к самому главному, я считаю, к самому гениальному, самому простому, самому сложному упражнению с большим тренером. Когда после принципа тайчи перешли к принципу инь-ян, то есть на двух точках, здесь мы на одной точке стоим. Таз, когда входим, раздвигаем это пространство, и это оздоровительное, учебное или профилактическое положение.
Есть таз чуть-чуть сюда подбирается, чтобы не было такой вот отвлеченный. Важно, чтобы вот, поэтому вот у китайцев эти курточки, видно, вот они висят ровно всегда. И здесь максимально низко, не отрывая пяток при сохранении вертикали, насколько человек может, уходит в это положение. И в этом положении нужно успокоить мысль, постараться. Самое сложное не уходить мыслями ни в прошлое, ни в будущее. То, что еще лучше объяснит ваш более близкий друг. Прокачка в основном идет внешней энергии, потом может совершиться переход на железную рубашку, так называемую обматывание себя или железным винтом. Сначала левая нога, потом правая, потом корпус, шея, голова, руки. И руки переходят в боевое положение, когда излучение вперед идет. Локти должны быть, вот как у нас японский меч имеет примерно такую структуру, точнее полусферу, радиус касательная. И японский меч, поэтому вот уникальное наблюдение людей было именно продолжение руки по тому же радиусу, как рук. И работа с мечом получается самое естественное продолжение работы руки. И рука без меча уже потом работает так же, как и с мечом. И в этом положении, получается, в одном квадратном метре достаточно простоять 5-10, пока вот не потечет по позвоночнику пот. Мастера стоят до 2 часов в самой низкой стойке. Но чтоб не в таком положении. Вот можем сейчас ради не можем, а будем. Погнали. Зафиксированного опыта попробовать постоять, почувствуйте, насколько начинают. Внешнее, здесь принцип внешнее спокойствие, а внутри, по принципу, поймете, какая работа, хотя бы не двигались, как попросту в йоге, вначале, а здесь вроде бы не двигались. Но пот может прошибить, и вот если вы вдруг там простудитесь несколько раз в день и будет температура, можно за сутки, проявив характер, не ходить в баню, а дома вот до пота себя доводить просто в таком положении. Ну, здесь локти вниз, как гирька должна быть подвешена, рука в таком...